В этом году у меня очень такой простой доклад касается нескольких текстов Дэшики. Скорее, он просто информационный. Вот. Я не буду говорить, к сожалению, как надеялась, наверное, Розанна Владимировна, вот от пари Чандрики в связи пока с тем, что об этом тексте, ну, о содержании этого текста у нас пока не так много информации, и, кроме того, этот текст действительно огромный. Единственное, что мы имеем, это, скажем, в свободной форме описание об этом тексте от Ачарьев Канчипурамадха один, такой вот, одну такую работу мы имеем. И, собственно, пока что это все, что я встретила. К сожалению. Вот. Еще раз, для тех, кто, может быть, не знает о данном философе, я напомню, что Веданта Дэшика — это философ 13-14 века, второй по значимости в Вишишта-адвайта Веданте после Рамануджи, его комментатор, и этот философ написал более 130 работ. Это огромное наследие, многое из которого, конечно же, не переведено. Писал он на санскрите, философские труды все на санскрите, и также на манипуравалам многие. Вот. И у него есть корпус философских работ, религиозных, теологических, религиозных и поэтических. Итак, значит, сегодня я поговорю о трех текстах. Его это Панчаратра Ракша, это комментарий на Чатушлоки Мунаачарьи и Рахасья Трайасара, который является одним из самых значимых текстов, южных текстов на манипуравалам, в том числе для шри вишнуизма. Итак, по Панчаратра Ракша посвящена защите авторитета традиции Панчаратры, и проблема, собственно, этого авторитета состояла в том, что брахманизм долгое время не хотел принимать агамы как наравне с ведами, в связи с тем, что происхождение и авторитетность агам подвергалось множественной критике. И, кроме того, критика касалась вопроса божественного происхождения этих тантр. И также возникали проблемы с применимостью агамической ритуальной практики в дополнение или вместо ведийской для первых трех варн, то есть для тех, кто прошли ритуал Упанаяны. В традиции Вишишта-адвайты впервые был написан трактат Гамапрамания, он был написан Ямуначарьей, считается одним из самых известных его работ. И он был призван снять данные противоречия и установить равный авторитет агам и нигам. Нигам в смысле веды. И около трех веков спустя Дэшика написал вторую работу, посвященную защите Панчаратры, это Панчаратра Ракша. В этом тексте Дэшика использует значительный объем цитат из таких авторитетных источников, которые на данный момент, многие из которых на данный момент вообще утрачены, поэтому данный текст является в том числе интересным для индологов, для исследователей с целью восстановить некоторые аспекты истории философии, которые уже, к сожалению, мы не можем почерпнуть непосредственно из работ и предшественников данной традиции. В том числе, помимо защиты агамической литературы Самхит Панчаратры, текст посвящен разделу шри вайшнавской практики, называемой Иджья. Это комплекс ежедневной ритуальной садханы для всех, получивших инициацию в шри-вишнуизм. То есть инициация имеется в виду панча-самскара, 5 ритуалов, в которые входит нанесение на тело практикующих символов Вишну и еще другие ритуалы с передачей мантр и передачей мурти и прочее.
Панчаратра Ракша состоит из трех разделов. Первый определяет значимость Панчаратры и ее текстов, встречающихся в них отличий в предписаниях, и направлен на снятие противоречий и критических воззрений в ее отношении. Второй раздел посвящен теории Панчакала. Это деление дня на 5 периодов, согласно самхитам Панчаратры, для совершения религиозной практики вишнуитами. И самхиты Панчаратры, они делят, как я сказала, день на 5 частей, и называется это деление Панчакала Пракрия, предназначенное для совершения практики Абхигамана, Упадана, Иджья, Свадхьяя и йога. Это части Панчакалы. Во втором разделе текст Адешика снимает противоречия в отношении обетов и обязанностей Панчаратры и брахманизма. Как известно, ведийские дхармашастры предписывают для всех рожденных в зависимости от касты свои обязанности и свою практику ежедневную. И сюда входит чтение мантр джапа, проведение обязательных ритуальных огненных приношений, поклонение Богу и многое другое. А с другой стороны, самхиты Панчаратры имеют свои собственные предписания относительно поклонения и обязанностей адептов. Например, утренний ритуал сандхи, который выполняет каждый брахман, без которого нельзя вообще приступить к поклонению Богу, он предписан всем прошедшим ритуал упанаяны в ведийской системе, поэтому он входит также в обязательные практики Шри Вишну. Помимо предписаний самхит Панчаратры, помимо тех ритуалов, которые предписывает непосредственно Панчаратра. И таким образом, в втором разделе Панчаратра Ракши Дешика поясняет, каким образом именно следует выполнять ведийские предписания тем, кто также, кроме того, имеет еще и посвящение в системе Шри Вишнуизма и Панчаратры. И третий раздел обосновывает непосредственно религиозную практику и ежедневные обязанности для получивших Панчаратры дикшу в соответствии с 5 периодами. Далее следующий. Это краткая сводка. Следующий текст, который я хотела осветить, это комментарий на Чатушлоки Ямуначарьи. Почему он, насколько мы знаем, Чатушлоки Ямуначарьи — это очень краткий текст, однако Бхашья Дешики составляет немалый объем. Вот, это один из среди всех комментариев на Чатушлоки, этот комментарий Дешики является одним из самых известных и самых признанных среди даже современных ачарьев Канчиматха и Шрирангам. Кроме этого труда, еще известен один комментарий Переевачан Пиллая, он называется Чатушлоки Вакхьянам, и также его ученик также написал комментарий на Чатушлоки. В этой работе Дешика рассматривает, он не просто комментирует непосредственно ему Ямуначарьи, он рассматривает 7 различных теорий об онтологическом статусе Лакшми, Шри. И мы знаем, что в Вишишта-адвайта Веданте вообще вопрос об онтологическом статусе Шри является одним из ключевых, одна из ключевых доктрин и одна из самых спорных доктрин между школами внутри Вишишта-адвайта Веданты, Тенгала и Вадагала. Собственно говоря о этих теориях, например, я перечислю некоторые из них, например, о том, какой статус имеет Лакшми, есть теория о том, что она имеет форму частицы Ану и является частью Дживы. Есть следующая теория, что она имеет всепроникающую, всепронизывающую природу Вибху, но все же она является частью Дживы. И третья теория — это сохраняющаяся вот эта всепроникающая природа, но она отлична от самого Ишвары и от сознательного и бессознательного, то есть читы от читы.
Кроме того, есть еще теория о том, что Шри, помимо своего, она всепроникающая и является непосредственной частью Ишвары, ну, то есть Вишну. И сама по себе она все равно не является не носит самостоятельного статуса. И пятое, есть еще теория о том, что Шри как раз является всепроникающей высшей реальностью. И она имеет тот же статус, что и Нарайна, и наслаждается именно, там используется именно термин наслаждение, наслаждается равным статусом с ним и имеет те же атрибуты, что и Брахман. Как я и сказала, что доктрина о Шри является одной из ключевых, и вместе с доктриной Шаранагати или Прапатти, и она наиболее обсуждаемая и по сей день между последователями Тангалая и Дагалая. Также в Дешика, особенно когда в своей работе он ссылается на последователей Манавалама Муни, потому что его последователи написали целый ряд работ, которые посвящены, ну, в их теории, да, конкретно этой доктрине. Сам Дешика придерживается теории о том, что Шри является всепроникающей самостоятельной реальностью, то есть наслаждается всеми атрибутами, теми же атрибутами, что и Вишну. И в Бхаши он подкрепляет учение о Шри множеством авторитетных упоминаний и цитат из ведийских текстов, из Самхит. И основные и тексты, из которых он цитирует, это Пурши Сукта, Шри Сукта, Тайтирия Самхита, Вишну Пурана, некоторые Самхиты Панчаратры, например, Ахирбутня Самхита или Лакшми Тантра, некоторые самхиты Вайкхансы и также сборник Диви Прабандхам, поэзия Альваров. Как пишет Герхард Оберхаммер, который упоминает в своих статьях также неоднократно эту работу и вообще многое говорит о философии Дешики, он говорит о том, что еще два подхода, которые встречаются в этой работе, вероятнее всего принадлежат традиции Панчаратры. И, несомненно, этот текст важно учитывать, если мы рассматриваем вопрос взаимовлияния Панчаратры, Вишиштадвайты и вишнуизма. Следующий текст, который написан уже не на санскрите, а на маниправалам, и среди всех работ, то есть он относится к жанру рахасья, и Дешика написал 32, в общей сложности 32 рахасьи, и этот текст является самым важным среди остальных, и он признается, по крайней мере, ачарьями и последователями. Эта работа считается одной из наиболее значимых именно для Шри Вайшнавов, то есть для простых людей, потому что она разъясняет основную доктрину Шри Вишнуизма, Вишиштадвайты, Прапатти, Шаранагати. В этой работе разъясняются спорные моменты, которые возникли в период уже... Эта работа написана в позднем периоде наследия, да? Это поздняя работа Дешики, то есть написание ее происходило, когда он уже был главой Шри Рангама, и в то время происходили очень длительные философско-религиозные диспуты между Пилаем Локачарием, Локачари Манавалламуни и Дешикой. И эти диспуты длились вплоть до вторжения мусульман. И вот эти результаты этих диспутов Дешика как раз описал в данном труде. Нужно сказать, что на основе Брахма-сутры ведантийские мыслители опираются на три принципа в своих вообще в работах. Это таттва, хита и пурушартха. Таттва как реальность, хита как средство достижения высшей цели, и сама высшая цель — это пурушартха. В данной работе Дешика также опирается на эти три принципа и последовательно описывает их, описывает высшую цель, сотерологические вопросы. Он излагает
Здесь три главные мантры, это единственный труд, в котором он поднимает этот вопрос. Три главные мантры, которые передаются при посвящении в Шри Вишнуизм. Он объясняет детали этих мантр, значение и как сатриологическое значение, так и детально разбирает глубокое значение этих мантр. Это тирумантра, собственно, основная мантра Шри Вашнавов, это Ом Намо Нараяна. И также Двая мантра передается, и Чарамашлока, они читают Чарамашлоку из Бхагавадгиты, это 1866, известная часть. Эти мантры интерпретируются в соответствии с традицией Панчаратры в этом тексте, и также, как и тирумантры, являются обязательными для ежедневной практики. Эти мантры читаются по утренней среди, то есть в пятичастном делении дня они читаются с утра. Вот, в обряде Абхигамана. Как я и сказала, да, что большая часть текста посвящена доктрине Прапатти, и там Дешика объясняет, почему Прапатти является общедоступным путем спасения, то есть достижения мокши, и подходит для абсолютно всех людей, в том числе не только для, в том числе и для брахманов, которые, в принципе, да, квалифицированы для того, чтобы практиковать бхакти-йогу, карма-йогу и джняна-йогу, как сказала Рузанна Владимировна, вот, точнее, я видела в цитату в ее презентации, где в Бхашке да, Рамануджи Семенцов перевел как раз о том, что для достижения бхакти-йоги нужно быть квалифицированным в карма-йоге и джняна-йоге. И поскольку, во-первых, не все люди могли вообще практиковать данные практики, да, и не были посвящены в... То есть у них не было права даже читать тексты, то есть заниматься джняной. Соответственно, Прапатти является наиболее доступным путем для всех шри-вайшнавов. И как раз эту упасану Дешика полностью подробно разбирает в этом тексте. Удобно. Единственное, что еще хотела сказать по поводу Шримад Рахаситрайсарам, это то, что данный текст написан на Маниправалам, но в этом тексте достаточное количество также на санскрите цитат и некоторых комментариев. То есть, в принципе, он переведен. Это один из самых переводимых текстов Дешики. Он переведен на английский язык, вот, и переведен на тамильский, на хинди. И это, наверное, из всех-всех 130 работ один из самых комментируемых текстов вообще ачарьями вишнуизма. По докладу на сегодня все. Шива сантуша сантушта саргадир хетуришвара шиво витанутам шейвам Самаста Шива Саннидхи Шабда Синдхум Самагатья Бхашья Дьяйрапи Дургамам Бхитохам Крипаятратар Нистарьей Джагадишвара Шива Сантуша Сантушта Саргадир Хетуришвара Шиво Витанутам Шейвам Самаста Шива Саннидхи Шабда Синдхум Самагатья Бхашья Дьяйрапи Дургамам Бхитохам Крипаятратар Нистарьей Джагадишвара.